Внимание! В отличие от других рецептов на моей странице, этот несъедобный. И нужен он для интересных и просто невероятных игр с тестом. Можно больше совсем не покупать эту дорогущую массу Play-Doh, потому что готовится она на раз-два. В кастрюльке смешиваем стакан муки, стакан воды и четверть стакана соли. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла и обязательно 2 чайных ложки лимонной кислоты. Все перемешиваем и ставим на огонь. Добавляем немного красителя для цвета. На плите продолжаем мешать до тех пор, пока масса не начнет отставать от стенок кастрюли. Вот так примерно. Снимаем с огня, остужаем и немного вымешиваем руками. Получается вот такая мягкая, залипательная масса, которая совершенно не прилипает к рукам. При этом она совершенно безопасна для детей, так как состоит только из пищевых продуктов. Я бы сказала, что это идеальная масса для лепки. А еще масса замечательно хранится. В холодильнике, в закрытом контейнере она не испортится даже за 2 месяца.